Ульяновский техникум железнодорожного транспорта одержал победу в грантовском конкурсе «Молодые профессионалы». Выигранные средства в размере 11 миллионов рублей учреждение направит на создание образовательной мастерской, где студенты познакомятся с основами обслуживания и монтажа лифтового оборудования. Мы сегодня находимся в том состоянии, когда отрасль лифтовое хозяйство претерпевает множество изменений. Это связано и с тем, что меняется конструкция лифта, идет модернизация вообще всего хозяйства. И, соответственно, нужны, конечно, умелые руки, грамотные специалисты, которые бы эти процессы они все выполняли. Сегодня в Ульяновской области лифтовыми кабинами оборудовано 4500 домов. Более 2000 лифтов находятся в аварийном состоянии. Именно поэтому потребность в специалистах электромеханиках растет. Впервые, наверное, в истории современной Ульяновской области были выделены бюджетные деньги из областного бюджета, 230 миллионов рублей. Они пойдут на софинансирование работ по замене лифтового оборудования. Кроме того, выделено 67 миллионов рублей из федеральных денег, которые также пойдут на компенсацию затрат по замене лифтов. В этом году на территории региона планируется заменить более 500 лифтовых кабин. Ремонтировать будут те лифты, которые служат уже более 25 лет, то есть превышают нормативы сроков эксплуатации. Все мероприятия по замене и ремонту оборудования проведет региональный оператор Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Управда ТВ.